Так, аккордеон Weltmeister Stella. Размер 7 восьмых. Проверяем каждую клавишу на сжимание меха на 5 регистрах. Переключаются все отлично. Отвечает отлично. Регистр в унисон. Так, проверяем басы. Центральный, основной. Thank you.
Это был мастер-регистр. Все голоса были открыты. Инструмент трехголосый. Три голоса было открыто. Сейчас для сравнения в разлив сыграю. На регистре в разлив, который... Эту же пьесу. Мелодию. Цыганочка, кстати, называется. Thank you.
Так, проверим компрессию. Подниму за правый полукорпус, буду держать. Поднял. Компрессия отличная. Под своим весом. Так, стяжечки меха с двух сторон все присутствует. Сам инструмент в отличном состоянии. Внешний вид отличный, весь блестит, переливается, такой красненький перламутр. 6 рядов слева. 5 справа регистров, 3 слева. И как его, мех не потертый, внутри весь чистенький, белоснежный. Вот. Клавиатура вся отвечает отлично. Ничего не западает, не залипает. Ремни еще послужат. Кнопка спуска воздуха, где она тут? Вот она. Все нажимается, все работает. Регулировка ремня левого. Работает отлично, колесик крутится, все регулируется. Вот к нему есть жесткий кофр. Так что если понравился, звоните, приезжайте, смотрите.